А вот на помощь одной из автолюбительниц города сегодня пришли полицейские. Находясь на службе, сотрудники ГИБДД помогли первоуралочке выбраться из снежного плена. Машина женщины застряла в снегу прямо на парковке. На этих кадрах видно, как два сотрудника ГИБДД и еще один неравнодушный автолюбитель выталкивают автомобиль. Мужчина решил помочь даме, но в одиночку справиться не смог. На помощь пришли полицейские, которые оказались на улице Гагарина с намерением провести рейд.